Теперь все абоненты О могут подключить Яндекс Плюс на 90 дней бесплатно. Но что же такое Яндекс Плюс? Это музыка, кино, сериалы и скидки на поездки в такси по тарифам Комфорт и Комфорт Плюс. И в этом ролике я расскажу подробнее про Яндекс Музыку. Погнали! Яндекс Музыка – это сервис, где вы можете слушать музыку, аудиокниги и подкасты. Но это не просто место, где вы сами находите песни, собираете их в плейлисты и слушаете. Не только. Теперь в Яндекс.Музыке появилась «Моя волна». Это бесконечный персональный поток музыки, который реагирует на каждое ваше действие и мгновенно подстраивается под вас по настроению, характеру музыки и языку трека. «Моя волна» учитывает больше 1000 факторов, включая ваши предпочтения в определенное время суток или день недели, и даже погоду за окном. Включая каждую песню, вы можете ее лайкнуть или дизлайкнуть, переключить на следующую. Таким образом, «Моя волна» в Яндекс.Музыке понимает, какие песни вам нравятся, а какие нет. Если, например, вы переключаете несколько инструментальных композиций, то сервис это понимает и временно включит вам какую-нибудь вокальную музыку. В общем, это равносильно тому, если бы у вас была своя личная радиоволна, которая бы знала наперед, что вам точно понравится. Ну а в целом в Яндекс.Музыке такая обширная библиотека, что можно найти песни и российских, и западных, и даже наших отечественных исполнителей. А также тут есть возможность слушать подкасты на самые разные темы. Психология, спорт, инвестиции, новости и многое другое. Подкасты, кстати, самое лучшее решение для пробок или долгих поездок. Помогает убить время с пользой. И вся эта красота с музыкой и подкастами предоставляется вам на 90 дней абсолютно бесплатно. Но самое интересное, что если вы будете оформлять Яндекс Плюс через приложение Яндекса или на их сайте, то она будет стоить вам 199 сомов в месяц. Тогда как для всех абонентов О, та же самая подписка после пробного периода будет стоить 179 сомов в месяц. Подключиться к Яндекс Плюсу можно, набрав команду *090 решетка на вашем смартфоне, либо через приложение Мой О. Так что Яндекс Плюс совместно с О это очень выгодно. Ну а если вам понравился ролик, то с вас лайк и подписка. Ну а с вами был Байгазе, еще увидимся, всем удачи и всем пока!